Добрый день, уважаемые партнеры, инвесторы и все, кто смотрит наш канал. Всем добрый день и хорошего настроения, хорошей погоды. Сегодня, я думаю, вам одним настроение подниму, другим немножко градус понижу или же, может быть, даже вызову поток негодования, очередную порцию дерьма в свой адрес. Адрес наш, ни дома, ни улица, наш адрес, ну, уже целый мир, потому что технология «Славянка» уже шурудит по всему миру. Но, тем не менее, не все еще, наверное, адекватно мыслят, воспринимают это неадекватно, ну, как-то, или по инерции двигаются. Я не знаю, что происходит, но происходит что-то очень интересное. Настолько интересно, что вот на черное говорится белое, на белое черное, и вообще цвета путают, то ли дальтоники, то ли хрен его знает что. А суть нашей встречи сегодняшней очень проста. У нас есть обмочки, которые давно практикуют славянку, делают, мотают ее, ставят на предприятиях, эксплуатируют, наблюдают, статистику собрали. И вот один из обмочков наших, который проживает в Новосибирске, задался вопросом, почему они вместе с сыном загружены работой по самые-самые-самые корешки, мотают славянку, заказывают в основном импортные компрессора, климатические установки и так далее, а распространения поддержки проект не имеет среди академической науки, профессуры, метров электрического машиностроения, еще какого-то строения. Короче, ну, всех специалистов, которые взахлеб кричат, что это все лженаука, что это туфта, это гараж, пятое, десятое. Ну и памятуя опыты уже, которые были с российской наукой, с российскими, глубоко мы уважаемыми генеральными конструкторами, специалистами, мэтрами, учениками мэтров. Как в анекдоте, да. Это мэтра. Посмотрел, мэтра на мэтра, ну, спивмэтра будет. Вот спивмэтра. И вот за разъяснениями наш товарищ обратился в организацию, вот письмо официальное, да, вот официальная она, подпись, видите, я зачитаю. Написано слева. Национальная академия наук Беларуси. Отзалены физико-техничных наук. Пр. Незалежности 66-22-00-72. Город Минск. ТЭЛ 017-379-16-71, факс 017-379-03-75, e-mail engine@presidiumbus.net/by. О как. От 31 октября 2022, ну, 2022 года, номер 11-20-O-204, Осипу А.Г. ОГЭ, да. Вот так даже. Понимаете? Суть письма. Уважаемый Анатолий Георгиевич, в Национальную академию наук Беларуси, ну, у меня был конфликт один, вот Беларусь, ну, извините меня, Республика Беларусь, а не Беларусь, это не Белорусская ССР, да? Извините, вы сами уже, да. Да, ну, я не буду вдаваться, это дело граждан Беларуси. Но, тем не менее, мне в одном из комментариев поставили на вид, что я не так сказал, что надо мной давлеет советское прошлое. Ну, ладно, я вышел из Советского Союза, воспитан, бесплатно обучен, научен, натаскан. Ну, я стал в Советском Союзе тем, кем я есть. ГНУ, Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, рассмотрено ваше обращение. И сообщается следующее, понимаете, он сообщает. Это вот великое дело. Основным недостатком предлагаемой вами конструкции электродвигателя является низкий коэффициент использования обмотки статора, что обусловлено фактическим заполнением П
паза, статора двумя независимыми ветвями обмотки. В конечном итоге это приводит к перерасходу обмоточного провода и снижению удельных показателей электрических машин по сравнению с традиционными схемой намотки. Незначительное преимущество электрических машин предлагаемой конструкции по КПД может достигаться только на пусковых режимах при условии работы электрических машин от сети напрямую без устройств частотного векторного управления. Учитывая изложенные также тенденции использования в промышленности систем частотного регулирования общепромышленных электродвигателей, внедрение ваших предложений представляется нецелесообразным. Запомните это. Повторяю еще раз. Тенденции использования в промышленности систем частотного регулирования общепромышленных электродвигателей, внедрение ваших предложений предоставляется нецелесообразным. В случае вашей заинтересованности ГНО Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси на условиях хозяйственного договора готов разработать и представить технико-экономическое обоснование вышеуказанного заключения, в том числе возможностью проведения экспериментальных исследований на сертифицированном стендовом оборудовании. Заместитель академика секретаря отделения ТЛ Талако. Мама дорогая. Вот если камеру повернуть, поверните, пожалуйста, покажите, где мы находимся. Покажите. А? Вот это вот сертифицированная лаборатория. Да? Ну, уже многие с ней знакомы. Отюзанная, поверенная, работающая постоянно. Да, специалисты обученные, обученные метрологии и всему прочему. Вы что предлагаете? Вы что предлагаете? А? Хотите, да? Ну, хотите, хотите, пожалуйста. Вопрос. На основании чего сделаны такие заключения? Вы один хоть двигатель юзали с обмоткой «Славянка»? Понятия имеете, что это такое? Или так, ТАУБС, телеграфное агентство, одна баба сказала, донесла на хвосте. Или я так думаю, потому что я так чувствую, потому что я понимаю, потому что мы Академия наук, и камни с неба падать не могут. Уважаемый ТЛ Талако, вы понимаете, что вот этим документом вы сделали что? Вы подставили всю Академию наук. Подставили конкретно, понимаете? Это первое. Второе. А вы не думаете, что я могу с этим делом сейчас обратиться в суд, пригласить техническую экспертизу? Тем паче, что наша лаборатория сертифицирована давать заключения для судов, технические заключения о качестве характеристики двигателя. Понимаете, она внесена в реестр. И вы вот это предлагаете. Вы понимаете, чем это для вашей Академии наук может завершиться? Александр Григорьевич, господин президент, обратите внимание, что творят ваши ученые, которых вы содержите за бюджетные средства, которые платят граждане Беларуси, что они делают? Они убивают развитие Беларуси научно-технически. Не зря минские двигатели, да, там, Минск, Могилев там, и так далее, ну, не славятся, да, ну, не котируются. Ну, не котируются, да? Котируются, вот я могу сказать, какие? Элмашевский, Воронеж. Это могу сказать, котируется. И вот как к этому относиться? Что, иск подать в отношении Академии наук? Или может, пускай вот сама Национальная академия разбирается со своими националистами? Да? Или как? Вот что с этим делать теперь? Вы подумали, что вы сотворили, что вы сделали? Вы хотите сказать обмотчикам, которые намотали сотни тысяч двигателей, которые работают в экономике разных стран. В Китае сейчас выпускаются транспортные средства с этими двигателями, с этой технологией. Вы хотите сказать, что они вот ничего не вычат, да, ничего не понимают. И то, что пробеги максимальные достигаются на них, что это так, это вот мираж, да, это вам приснилось. Грибочков покушали, да? Вообще в Беларуси грибы хорошие, да. Вы там не попутали случайно, может, не тех грибочков покушали, а? Или, может быть, вы забыли, что такое наука, и что любые результаты подтверждаются экспериментом, любые теории. Вы двинули теорию, приведите подтверждение. Приведите подтверждение, понимаете? Ну, я понимаю, там хейтеры какие-то несут что-то. А вы что, с Госдепа проплачены сдерживать развитие Беларуси? Где там безопасность белорусская? Вы что, дремлете? Вы понимаете, что делают вот такие товарищи с вашей республикой? А теперь вот про частотное регулирование. Покажите, пожалуйста, оператор. Вот смотрите. Раз, два, три, четыре.
Двигатели лежат, вот здесь у нас, да? Причем, что самое интересное, вот этот двигатель, вот этот. Этот 1,5 киловатта, а этот, извините меня, 1,7 киловатт. Выполненный по славянке. Вот тут вот, со славянкой, да? А это со стандартной обмоткой. Да? И как? Так вот это, допустим, на 50 Гц, вот работает на 50 Гц, это на 600 Гц. Что, невозможно? Возможно. И так как вот из-за таких вот толоко, да, вот таких толоко, да, вот этот двигатель будет использоваться в составе углошлифовальной машины, будут производиться эти углошлифовальные машины не где-нибудь, а в Китае. Не где-нибудь, а в Китае технологию преподают в университетах. Это. Не где-нибудь, а в Китае уже ездят транспорт на этих делах. Сейчас будет электроинструмент. А еще одна вещь, вот я сейчас расскажу вам, которая в ближайшее время, уже мы начали это работать, потому что в Беларуси одно толоко, но есть еще молоко, там картошка есть, ну, сельхозпродукция, сало вот такое, да? Вот сало получается исключительно с двигателями никак, потому что там хозяйственники работают, да? Они выращивают, там сало, во, картошка, во, масло, мясомолочная продукция вообще исключительная в Беларуси. Почему? Потому что хозяева там, они вот эти, которые сидят на бюджете и несут ересь всякую. Самое страшное, что они детей учат и калечат их, делают их безграмотными, убивая развитие Беларуси, не только Беларуси. Так вот, суть вопроса в чем? Представим себе ситуацию. На заводе эксплуатируется двигатель. Вот, 112 габарит, 7,5 киловатт. Работает. И вот руководство решило, что во исполнении программ правительств для целью повышения энергоэффективности перейти с двигателя Е1 на двигатели Е3. Чем они отличаются? Это 7,5 кВт двигатель, да? И это 7,5 кВт, только... Вот вопрос в том, что это вот 112 габарит, а это 132 габарит. Для того, чтобы перейти с этого на этот, вот я специально поставил, да? Что надо будет сделать? Надо будет, вот, допустим, насос стоит в составе насоса. Мы поставили, то надо насос приподнять, чтобы оси совпали, да? А где-то надо отрезать задвижку, там, трубы укоротить, там. Плюс ко всему, вот тут валы другие, надо будет переделать. Дофига работы. Да и стоит он прилично. Дороже, как два вот таких двигателя с лишним. И вот те же исполнители думают, а давайте-ка я напишу, что там вот эффект незначительный там и так далее. Плюс сюда еще и частотник надо приобретать. 5-10. Ну как-то не камильфу. А теперь посмотрим на вот этот двигатель. 100 габарит. Это вот 112, это 100 габарит. Чтобы 100 габарит поставить сюда, ну, надо единственное, что лапы поменять или подкладки положить, да? И все, он выйдет на ту же высоту оси. 12 миллиметров подкладочку сделать. Но ведь это М2, это 3000 оборотов, а это 750, что надо? А надо его перемотать на славяночку. Да? Донор стоит, вот этот донор стоит, ну, где-то 10 тысяч в розницу. Можно дешевле купить. Перемотать на славяночку на 750 оборотов, но перемотать его не на 50 Гц, а на 200 Гц. Что это даст? Он будет крутиться на те же самые 3000 оборотов. Но донор-то класс Е1, донор-то, а когда переводим на славянку и поднимаем до 3000 оборотов его за счет повышения частоты, он вдруг внезапно становится Е3. О дела, да? Как такое возможно? А возможно. Лаборатория, вот в этой лаборатории, где мы находимся, это подтверждено. А теперь смотрите, добавляется сюда частотник. Значит, помимо того, что двигатель экономичнее становится, частотник позволяет, работая в составе оборудования, подавать нужное количество энергии для выполнения нужного объема работы. Тот, который, ну, допустим, на насосе больше воды, меньше, он регулируется. Соответственно, еще экономится энергия. Окупается такая система влет. Но самое главное, насос-то вам переделать не надо. Все это сопрягается, элементарно сочленяется. И этот двигатель вместе с частотником стоит дешевле, чем энергоэффективный двигатель 132 габарита Е3. Вот это обойдется дешевле, вместе с частотником, вот это, обойдется дешевле, чем вот это.
И плюс еще не надо будет переделать оборудование. Хоть насосная установка, хоть вентилятор, это свободно туда монтируется. Так вот возникает вопрос, или я дурак, или я что-то не понимаю, да? Ну, наверное, мы достигнем прогресса за счет того, что будем больше сжечь электроэнергии, да? Больше будем расходовать металла. Это же прогресс, да? Все стремятся, наоборот, к снижению себестоимости, чтобы получить добавочный продукт. Больше добавочный продукт, потому что... А мы все наоборот, все больше расходовать, больше, да, чтобы людям не платить. Толоко, ты занимаешься тем, чтобы люди не получали зарплату. Вот чем ты занят в Академии наук. Голову свернул уже на это. Вся Академия наук у тебя, наверное, там такая свернутая, да? Лишь бы люди не зарабатывали. Потому что если это жрет меньше энергии, да, предприятие меньше расходов, что оно может либо на развитие пустить, либо зарплату людям поднять, либо снизить цену и стать конкурентоспособным, либо все вместе. А ты что делаешь? Ты против этого выступаешь? Александр Григорьевич, что у тебя там за рассадник? Извини меня, дорогой. Ну, ответ, я Александр Григорьевич Лукашенко уважаю. Человек конкретный, противостоит всяким вызовам. Но и на руки не доходят. Ну, я не знаю, не хочется мне Братскую Республику Беларусь, союзное государство, да, куда-то там чего-то там делать, потому что один это один человек. Я не думаю, что там вся Академия наук такая. Я думаю, что Президиум Академии наук, ну, разберется с вот этим пасквилем, да. Я не буду в суд подавать. Если на каждого хейтера или, ну, я не знаю, как, не хочу там эпитетами награждать, если на каждого разменятся, делом заниматься будет некогда. И еще одно. Вот благодаря этим никакие государственные программы не работают. Никакие инновационные проекты не идут. И поэтому мы вынуждены были обратиться за инвестициями к обычным гражданам. И вот сейчас выбор. Объект ПКТБ до запуска. Надо выполнить очень много работы. И пока он не запущен, вот мы это производить не можем у себя. Поэтому, как это, сектор приз, да, куда идет? Разработка идет на реализацию в Китае, следом за ушивенкой. Сейчас подбирают там доноров, подбирают частотные регуляторы для них. И эти комплекты будут поставляться в том числе и в России. Заходите на сайт sovelmash.ru, делайте предзаказы. Там почта есть, инфо, пишите, кому это интересно. Пожалуйста, поставим сами на собственном опыте все это проверить. За всем привет Академии наук, привет всем профессорам, академикам, генеральным, главным конструкторам, ведущими специалистами. Всем-всем-всем успехов вам в жизни, хорошего настроения и самое главное, у вас дети хорошие. Спасибо, до свидания.